14 корней конопли, 12 из которых, согласно заключению экспертов, являются наркосодержащими, Алексей Хлопков выращивал в различных пластиковых емкостях в своей квартире по улице Картозия в городе Сухом. Алексей Викторович Хлопков задержан 9 июля в результате реализованной оперативной информации сотрудниками ОКОН МВД Республики Абхазия. У жителя села Аракича Чемчирского района Чайлян Аганеса Аганесовича 1984 года рождения в результате обследования деревянного строения на территории домовладения сотрудниками ОКОН МВД Республики Абхазия изъято наркотическое вещество марихуана. В отношении Чайлян избрана мера пресечения, арест, ведется следствие. Во время личного досмотра задержанного 2 июля текущего года Ахри Адлиба сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики обнаружено и изъято наркотическое средство метадон, которое последний незаконно хранил при себе до момента изъятия. В отношении Адлиба возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование.